Здравствуйте. Значит, сегодня речь пойдет о казане. Ну, тут приобрели такой казан, а куда его установить? Ну, не то чтобы проблема, чтобы были подставочки в районе 3000, ну, что-то дороговато. Дороговато. Вот решили выйти из положения таким образом. Вот был уголочек у нас вот такой. Уголок где-то на 50, может, побольше. Вот от уголочка отрезали, значит, кусок металла. Метр 0,8, наверное. И вот, видите, сделали такой обруч из этого металла. И четыре ножки. И здесь пруд не на 12, наверное. И что хорошо, вот можно, видите, вот, шашлычницу взяли, установили его в шашлычницу. Можно, значит, если надо на природу, можно взять его, как говорится, ну, правда, сейчас горячий уже. Вот взять его, установить где угодно. И таким образом, значит, вышли из положения. Я думаю, что, значит, кому-то может пригодиться этот небольшой опыт. И можете точно так же себе сделать такую подставочку и выйдете из положения. И не надо будет приобретать дорогую подставку. Эта подставочка послужит не день, не два, а гораздо больше. До свидания, до новых встреч.